Долг не отрицает. На комиссии впервые. Филипп – многодетный отец. Этот статус дает ему право на отсрочку. Тем более задолженность образовалась не по его вине. Квартира была продана без моего ведома. Точнее, как, мы еще не были в браке, я супруг, и я не руководил еще этими процессами семьи. Я так понял, что это задолженность сформирована из продажи квартиры. И там меньше 5 лет, как это было видно в собственности, история. Долг образуется по разным причинам. Не все вопросы решаются легко, но на помощь юридическим и физическим лицам готовы прийти сотрудники теруправлений. Работа с должниками и взаимодействие с налоговой инспекцией в числе их задач. У нас есть отдельный сотрудник, который ведет эти организации, которые не платят в установленный срок налоги. Мы готовим полную информацию, собираем об этих организациях, готовим письма в адрес организации, непосредственно выходим на руководство организации, чтобы провести беседу. В этом году у нас очень большое снижение поступлений НДФЛ как раз от продажи имущества. Вот эти долги, которые висят и не оплачиваются, ну и другие причины. Поэтому НДФЛ держим на контроле. На этот раз до заседания комиссии 7 налогоплательщиков погасили свои долги. В бюджет поступило более 6 миллионов рублей. Евгения Августина, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».